Друзья мои, я вот, как говорится, Ирина не веселая, я не веселая, или новоселого, или не веселого. Придавили своего, я, наверное, не знаю почему, вот, но вы такие куры, свое. Не знаю, я вот пришла с работы, вот, к грим наношу, а вы куры, сволочи. Кудах, кудах, комментарии там пишите, что-то там строчите. Ну, вам-то строчить тоже нужно, господи. А мне тут, да я вот, мне плевать на всех, знаете. Девочка, я припевочка еще. Бляха-муха, ну ты знаете. Какая я? Ну какая есть, ёб твою мать! Новоселова, да? Бляха-муха. Тварь еще та. Кого еще там затроллить, а? Скажите мне. Ой. Я тут грим навожу. У меня морда куриная. Ну что, курица? Тут ваши куры, господи. Прямо, знаете, в голову хряпнули мне. Держу вот холодное мясо куриное. Думаю, поможет, господи. Оно собак не помогает. Господи, камеры никак вот. Не научусь вот своим айпэдом. Ой, самсунгом пэдом. Ой, ой, я такая, господи, Ирина невеселого. Невеселого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, невеселого, невеселый совсем я. Невеселая. Я совсем невеселая. Тут ваши, как его, курицы. Я вот, видите, из чего тут состою-то? Из дерьма. Ну, мне же пора психушку уже. Ой. Ну, все же знают, все же думают, ну, я ж такая падла, вот. А вы посылайте ему посылки, посылайте ему письма добрые, знаете. Это я много-много думала, друзья мои, какой мне грим сделать. Вот вчера, тут-то вот бежала одна, мне треснула, вот, господи, а я вот теперь куриное мясо, вот, думаю... С глаза. Чтоб с глаза вот прошло все такое, понимаете, друзья? Упало мясо! Упало! Куры, это вы, колдунья! Я же не веселая. Не веселая. Я совсем уж не веселая, друзья. Не веселая? Или веселая? Господи, да ладно. Какая нахер разница? Вы видите, если вы так вот подержите, это будет с глаз, друзья мои, да. Это будет с глаз. Вы понимаете, будет с глаз, ага. Ой, ладно, друзья мои, перервемся на минутку. Ну что вы думаете, тут я тут налепила котика Томаса, прости господи. Ну, вот такая подлюка, да. Грим такой сделала. Хороший. Это с глаз, друзья. С глаз пятачками. Ой, картину недавно купила. Да кого недавно? Я же немножко психушки полежала. Приписали мне немножко это... Маразму надо научиться. Да. Ой. Причем, он пока отчебранили меня, вон, видите, какие вот волосы оставили. Ой, ну, покрасилась в черный цвет. Говорилось же немножко, подстригите. Пришлось платочек одевать. Халатик вот такой синенький, ну что делать? Ну, что же делать? Ну да ладно, пишите там свои комментарии. Я выслушаю вас. Все. Люблю, целую, ваша Ирина Херовна. Пока-пока, мой.
До свидания, девочки. Лаком еще пойду покрашусь. Все, до свидания, милые мои, поки-поки.